мы его хорошенько разминаем. Кто-то может сидеть и тянуть вот так. Можете сесть, вытянуть вперед ножки и раскручивать его вот так. И вот тогда вы чувствуете, что он у вас тянет, он у вас работает. И потом мы делаем с вами упражнение, которое я показывала, а вы встаете на коленке. Давайте. Потому что, как бы, сами понимаете, я не тех, не бывает. Все, если мы
корректируемся. То есть мы ровно. Попа стоит, плечи крутятся. Ой, как тяжело. Так, ребят, я тоже паузу. Давайте. Присаживайтесь на маты. Сейчас Настя ко всем подойдет. Не мешаем друг другу. Чтобы не уставать. Настя сейчас к каждому подойдет. Я даже до тебя еще не успела дойти. Сейчас вернешься. А тебе что? Нет, значит, ну подстань. Аккуратно. Давай пониже. Давай. Потому что, значит, ноги будут. Вот видишь, как ты проваливаешься. Давай, пытайся. Родители тоже могут подойти посмотреть. А ручку сгибать забыл? Забыл, да? Контролируешь себя, а забываешь руку сгибать. Хорошо. Мат. Положи мат под низ. Туда и туда. Ребят, давайте я мат положу. Это для подстраховки. Просто мало ли что. Все, отдыхаем. По чуть-чуть делаем, отдыхаем. Сильно нет. Послушайте, лучше Настя рассказывает нюансы. Хорошо, Маня, смотришь потолок, Маня. Вот, 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 вот. Все,
потоках, считайте, что вы на воде. Не надо думать, что здесь, воздух. Вы полностью как будто на воде находитесь. Вот так руку, когда вы ведете низко, вы, в принципе, не ведете так под водой. Вы не сможете потащить ногу. Аккуратно. Шаг назад. Все сделали шаг назад. Все сделали шаг назад. Очень хорошо, молодец. Все, слезать очень хорошо. Стесняешься? Да? А то я уже пришла, у нас стеснительность сильно. Вы можете постоять, посмотреть тоже. Так, шаг назад. Сейчас. Когда вы делаете, ребят, вот так пальцы, вот представьте, как вот вы можете быть. У вас же нету, как у лягушек вот тут, да, еще таких перчаток. То есть вся вода у вас проходит мимо ваших пальцев. А вы должны ее держать, как лопатку. Вы лопатку плаваете. Стоит, ведь я видела вас. Продолжай, если не трогай.
Да, тяжелый. Только шире сюда подходит. Поменьше. Внимание на грибок. Многие ошибки делают на грибке. Недоволен грибок. Идите посмотрите. Сейчас Настя покажет. Родители, если хотят, тоже могут подойти посмотреть. Сейчас Настя покажет по грибкам. Сейчас Настя еще раз покажет, что и как с грибком. Молодец. Молодец. Ноги пониже опусти. Ребята, вы зашли, пожалуйста. Да, давайте там. Ребят, кому интересно, пойдемте, я покажу еще раз. Чтобы всем места хватило, чтобы все увидели. Посмотрите. Здесь низко, Василий. Давайте я туда все. Низко. Не, стоим, сейчас перенесут все. Выше совсем. Все легли снова. Все снова легли. Главные спинисты. Главные спинисты.
молодцы. Потому что спина, почему болит на спине? Потому что всегда идет очень крови, нет такого переразгиба, да? То есть на спине мы всегда смотрим, ты брасистка вообще? Но тогда тебе лучше тогда перерыв делать, потому что нагрузка идет, видишь? То есть постоянно на спине, почему спина, у спинистов болят спины? Потому что старт делается через разгиб. Да, то есть ты всегда вот так идешь, в кроне этого нет. Поэтому просто нужно делать и заканчивать спину. Всякие упражнения, просто лежа на мате, поднимать спину, работать одновременно, чтобы вот эти мышцы слабые, они слабые. Их нужно заканчивать. Точно. Будь здоров. Будь здоров. Вот, молодцы, вот. Отлично. Отлично. Вот. Другое дело. Хорошо, молодец. Хорошо, что ты еще ноги соединил. Отлично. Молодцы. Ваш уже был? Сейчас подойдет Настя, подожди. Сейчас Настя подойдет к тебе, подожди. Отдохни, а то устанешь, подожди. Подожди сейчас. Расслабься, тяжело. Мы уже, ребят, устали. Мы уже плавать хотим. Все, сейчас переодеваться будем и все. Настя, а вот тут посмотрите, вот молодого человека. Когда у вас уже получилось, не надо это еще раз повторять, потому что у вас двух, хорошо получается. Двух вы маленьких вставать. Вот хотят, а то, говорит, давай. Мы стесняются. Давай, давай, смотри, куда мы смотрим. Наверх. Всегда смотрим наверх, считаем вниз. Заложим. Не торопись, не торопись. Вот ту руку, иди за той рукой. А вот смотри. Давай. Веди мою руку, веди. Сейчас.
Да, ну это спина, потому что надо напрягаться. Вот еще у нас высокий. Сейчас всех посмотрят. Сейчас пока подождите, а то устанете. Потихонечку тянемся, сейчас пойдем переодеваться в купальники уже, все. Терпит. А ты что, устал? Давай попробуем. Давай, Тася, давай. Нет, поп, поднимай. Поп, поднимай. Ты высоко делай. Все, сейчас все переодеваемся, идем в бассейн. Давайте сразу на